Несколько дней осталось до 8 марта. Это наш замечательный женский день. Это тот день, когда все мы, женщины, вышедшие из Советского Союза, привыкли получать цветы, подарки. Но я все-таки хотела бы также надеяться, что это также не только праздник подарков и женственности, а также и праздник и день наших прав и наших возможностей, нашего желания и нашей готовности брать нашу жизнь в свои собственные руки, постоять за себя. Праздник нашей солидарности, понимание того, что вместе мы можем преодолеть любые трудности и препятствия, добиться самых далеко идущих результатов. Так что огромное спасибо, что вы здесь. Думаю, ко мне присоединятся и Аня, и Элла, наши замечательные инициаторы мероприятия. А сейчас я хочу пригласить Лану Айзенштадт из Тель-Авивского муниципалитета для приветственного слова. Лана, где Лана? Здесь. Всем здравствуйте. Я взволнована до невозможности видеть вас всех вот в таком количестве, вот таких прекрасных женщин. Как я рада, что у нас так замечательно все выглядит. Я работаю в муниципалитете Тель-Авива. Я проектор для русскоговорящих новых репатриантов. Помогаю им в шагах их абсорбции, живущим в городе Тель-Авив-Яфо. Вообще мы делаем много разных классных вещей для вообще русскоязычных репатриантов. Неважно, сколько времени они в стране, неважно, где они живут. Очень часто вот данное мероприятие для женщин мы не спрашивали, когда вы приехали в Израиль и где вы живете. Мы хотели всех вас видеть. Большинство того, что я делаю, можно посмотреть, группа в Фейсбуке «Репатрианты в Тель-Авиве» называется. Кто еще вдруг не видел и не знает, обязательно присоединяйтесь. Это очень важно, у нас очень классно там. И, в общем, кайфа нам большого сегодня вечером. Спасибо, Лана. Следующее наше приветствие от доктора Юлии Землински, которая здесь находится. Пожалуйста, Юлечка. Здравствуйте, дорогие женщины, мы безумно рады вас видеть. Я представляю директор организации, я представляю организацию Мураштейну, которая вместе с инициаторами организации Эллой и Аней организовала эту конференцию, и с помощью, конечно, Ланы и Арии. Мы безумно, так же, как и Лана, я скажу, что мы безумно рады вас видеть, и я думаю, что большой успех встретиться вот в таком женском коллективе, женской общине, женской коллективом в Тель-Авиве и поговорить о самих себе. Честно говоря, я долго думала, что бы я хотела сказать о важности мероприятия, феминизма, самоидентификации, но когда я пришла на эту конференцию, с коляской, как вы видите, я еще похожа, да, еще не вышла на работу, но поскольку у нас маленькая организация и нужно ходить на мероприятия, я в последние 5 месяцев ходила на всякие мероприятия. И это единственное мероприятие, на которое я пришла, и я почувствовала себя органично. Я не боюсь, что мой ребенок заплачет, я не боюсь, если он на меня сейчас срыгнет, что он сделал 5 минут назад. И я подумала, что это замечательно, что мы должны делать больше таких конференций, где мы так органично себя чувствуем, мы можем поговорить о самих себе, о своей роли в обществе, о своей роли в политике, о своей роли в экономике, о том, носите нам каблуки, не носите, как мы себя чувствуем в этой стране. Те, кто приехали 20 лет назад, те, кто приехали 10 лет назад, те, кто приехали недавно. Поэтому я вас всех приглашаю принять участие в этой конференции. Мы будем... Это первое мероприятие в этой области. В этом году мы думаем и уже над следующим мероприятием, над более большими конференциями и семинарами. Поэтому следите за объявлениями нашей организации, сделайте нам лайк на Фейсбуке, организация Мураштейну, и мы будем очень-очень рады приветствовать вас на наших других мероприятиях. Спасибо.